Всем привет, ребята! Вы так заметили, что я решила такой же повторный туториал по анимациям сделать, только уже у взломки Айлайта. Также я люблю все на черном фоне постоянно делать, но на этот раз я вам все на белом покажу. Короче, я ускорила так из-за этого, что меня залагал Айлайт, так что я решила все ускорить быстренько, когда я вставляла эти частички. Да, вы так заметили, что на этот раз я видео сделала с озвучкой. Так как я очень часто с ошибками пишу, вам может быть непонятно. Так, еще раз ускорила, потому что я очень долго искала одну частичку. О, нашла наконец. Блин, рот не в эту сторону, так что нам придется использовать эффект. Ну, вот этот, который переворачивать на другую сторону. Не знаю, тут все на английском, так что объяснить не могу, какой именно эффект я использовала. И также мы можем сделать точку схода. Это можно и в взломанном Айлайте сделать, и в таком обычном, который у вас есть. Ну, вот видите эту точечку? Так, все сюда, видите? Я кручу, и она там крутится. Сейчас я сюда перемещу эту точечку. И у нас вот так вот. Ну, а чтобы вам не мешали части, просто можно глазком закрыть. Видите, вот этот глазик. Ну, на каждом частичке, которую вы вставили. Айлайт у меня до сих пор так немножко лагает, вы просто не обращайте внимания. Ну, в принципе, хвост можно было бы сделать с эффектом съебать, ну, этот я не знаю, чьи я съебать буду. Ну, я не знаю, я решила так сделать. О, теперь я машу хвостиком, как собачка. До ушей шеи я решила уже добавить эффект сгибать. Ну, вы как видите, у ухи остается дырка, так что нам приходится еще использовать вот это. Все, теперь настало время подкрепить все части к друг дружку. Ну, вот это примерно к телу. Я ускорю, чтобы не ждать. Так, когда мы все закрепили, части может двигаться все вместе. Но, к сожалению, это можно сделать только в взломке, потому что... Взломки все бесплатно. Итак, на этом видео уже с вами прощаюсь. Надеюсь, я вам помогла. Всем пока-пока.